В послевоенные годы любовь к футболу стала религией. На футбольном стадионе дозволялось больше, чем обычно. Здесь часто играла музыка, и этой музыкой был джаз, тогда еще запрещенный. Свобода джазовой импровизации нашла горячего поклонника в лице нашего героя, у которого свободолюбие было всегда в крови. Владимир Маслаченко. Кто его не знает? Один из лучших советских вратарей, звезда отечественного футбола начала 60-х годов. Владимир Маслаченко начал карьеру комментатора в 70-м. Уважаемые телезрители, 13-й тур «Спартак». И сегодня, спустя 4 десятка лет, спортивное телевидение уже трудно представить себе без Маслаченко, самого яркого и авторитетного футбольного комментатора. Вратарское и комментаторское искусство удивительным образом сложили судьбу Маслаченко. Из этой комментаторской кабины когда-то вел репортаж его знаменитый предшественник Вадим Святославович Синявский. И снова пас. Все внешней стороной, это то, о чем я говорю, смакую всегда, что это великолепные технические... Именно Синявский и его рассказы о вратаре Хомичи во время турне «Динамовцев» в Англию на исходе 45-го определили твердое желание юного Маслаченко стать великим вратарем. И он им стал. Недостижимый Лондон, двухэтажные автобусы, легендарный Стамфорд-Бридж-стадиум с азартными спекулянтами и продавцами трещоток. Первый лорд Адмиралтейства, приветствующий каждого советского футболиста. Мальчик Володя из Криворожья не мог увидеть этого даже во сне, но мог представить, благодаря вдохновенному репортажу Синявского, болели миллионы. В казенной советской журналистике Синявский был первым свободным голосом, чьей власти покорялась даже советская власть. А начинаем. Тишина. Включайте микрофон. Внимание. Говорит Москва. Вот эта свобода стала фирменным стилем Маслаченко и в футбольных воротах, и в комментаторском кресле. И сразу бросалось в глаза, как вспоминает его одноклубник Юрий Севидов. «Спартак бьет пенальти. Севидов забивает свой 16-й гол в чемпионате». «Я увидел Володю первый раз в дубле, и, конечно, он произвел впечатление. Он произвел впечатление, во-первых, чем? Ну, необычно.